когда сравнивает ядерные арсеналы России и США, считают боеголовки и носители, то есть межконтинентальные баллистические ракеты в шахтах, на подводных лодках и на мобильных установках. На таких ракетах может быть по несколько боеголовок. И стратегические бомбардировщики, которые несут крылатые ракеты, у каждой по одному боезаряду. Есть еще так называемые неразвернутые носители, то есть ракеты, которые лежат на складе, или бомбардировщики на консервации. Это резерв, который в случае массированного обмена ракетно-ядерными ударами уже не пригодится. По количеству развернутых носителей США заметно превосходят Россию — 681 против 508. А вот с боеголовками картина другая — 1367 у американцев и 1796 у русских. Общее число развернутых и неразвернутых носителей практически совпадает — 848 в США и 847 в России. Обе страны способны нанести друг другу невосполнимый ущерб, то есть стереть друг друга с лица земли.